Но в этом ролике я куплю аккаунты за 500 рублей, за 2500 рублей и за 5000 рублей в Skibidi Tower Defense. Ну и сегодня мы с вами вместе посмотрим, что на них будет. Но я же не буду задерживать, идемте к этому ролику. Ну и, ребят, спасибо большое за вашу активность. Мы уже почти добили 90 тысяч подписчиков, так что, пожалуйста, подпишись. Но я хочу вам сделать конкурс на апгрейд Титана Дрильмена. В честь того, что вы прям очень активные в последнее время. Так что апгрейд на Дрильмен я разыгрываю для его участия. Вам надо поставить лайк на это видео. Второе, подписаться на мой канал и зайти в мой телеграм-канал, потому что итоги обычно я провожу там. Так что обязательно заходи, ссылочка есть в описании. Я буду именно тебя ждать. Так как там информация про новое обновление в Skibidi Tower Defense выходит за 2 часа раньше, чем само обновление, а бывает даже и еще раньше. Ну и все, я уже не буду сдерживать. Идемте на первый аккаунт и посмотрим, что же, конечно, там будет за 500 рублей. Toilet Market Ru – это лучший сайт по продаже юнитов Toilet Tower Defense. Огромный ассортимент товаров и самые дешевые цены на рынке. Это то, что ты искал. Актуальные новости, ответы на вопросы и своя техническая поддержка на сайте. Это все тоже есть. Ну а также у них есть своя телеграм-группа, где часто проводятся конкурсы на очень крутых юнитов. Все ссылочки я оставил в закрепленном комментарии. Ну и вот я уже и нахожусь на аккаунте за 500 рублей. Давайте сначала посмотрим его аватар. У него вот такой вот аватарчик получается, такой вот у него скинчик. Давайте мы сейчас вместе с вами зайдем и посмотрим, какие у него есть футболки и также аксессуарчики. Так, у него есть такие вот штанишки тут разные, получается, вот такие разные. Кстати, у него мой мерч даже есть, это, походу, мой подписчик какой-то. Так, получается, у него есть такие еще футболочки, вот такая, есть разные, короче, у него тут еще футболочки есть. Хорошо. Что у него тут еще есть? Получается, у него есть кроссовочки тут, и получается, все. Давайте назовем аксессуарчики. У него тут достаточно много разных аксессуарчиков. Реально, прям очень-очень много, и это тоже очень хорошо. Ну ладно, давайте уже идем в Skibidi Tower Defense. И вот я уже присоединяюсь. Все, я зашел. У него почему-то сидит Night Mode. Давайте поставим нормальный, чтобы было удобнее. Так, смотрите, у него получается 34 монетки и 47 гемчиков. Получается, в магазине у него есть, интересно, бустики. Так, бустики, бустики, бустики. У него есть, получается... Ой, у меня что-то закрылось. Вот. У него есть 5 дабл коинс бустов и 1 супер лаг буст. Это, конечно, немного, но все равно хотя бы не 0. Так, и вроде у него больше ничего такого тут нету. Ладно, так, квестики тут никакие не выполнены, в принципе, да, это понятно. Кстати, он тут уже начинал выполнять вот это вот, начал выполнять вот это вот, как я понял. И больше он ничего не выполнял. Пас он также не проходил, это, конечно, жалко. Но ладно, давайте перейдем к самому интересному, а именно это к его инвентарю. И смотрим. Так, сразу же я вижу тут 1, 2, 3, 4 апгрейд Титана Дрилмена. И это уже вот эти 4 Дрилмена окупают аккаунт. Так, и Дрилмен один стоит около 200 рублей. То есть уже выходит то, что этот аккаунт уже стоит около 800 рублей. Так, Мерканер стоит где-то тоже 200 рублей. Это 1000 рублей. Потом гем камерамен, он недорогой. Давайте, допустим, 100 рублей. Это 1100. Два спидер ТВ, они по 100 рублей. Это уже 1300 выходит у нас. Сонар Романы, давайте их посчитаем по 200. Это уже, получается, у нас выходит 1700, вроде, если не ошибаюсь. Их даже тут 3, так что 1900. И мисики, давайте, пусть добавим это 2000. И в итоге этот аккаунт стоит 2000 рублей. Мне кажется, это очень хорошо для этого аккаунта. Ну и если, ребятки, вы наберете на этом видео 1500 лайков, то я разыграю все аккаунты из этого видео. Так что, давайте, добивайте, и я разыграю все эти аккаунты, которые будут далее показаны в этом видео. Ладно, в принципе, этот аккаунт у нас окупил, это очень-очень круто, так что давайте уже перейдем где-то на следующий аккаунт, а именно на аккаунт за 2500 рублей. Ну и вот я уже нахожусь на аккаунте за 2500 рублей. У него тут 0 робоксов, и давайте посмотрим на его футболочки и аксессуарчики. Из аксессуарчиков у него тут почти ничего нет, это, к сожалению, жалко. А из футболочек давайте вместе с вами посмотрим, из футболочек у меня тоже почти тут вообще ничего нет. Это, конечно, тоже очень плохо. Ну ладно, так давайте зайдем уже в Skibidi Tower Defense. Так, ну и вот я уже и нахожусь в Skibidi Tower Defense. У него тут 0 монеток и 150 гемов. Меня это очень сильно настораживает, потому что мне кажется, что на этом аккаунте вообще ничего не будет. И также у него где-то всего лишь камерамен и Титан Дрильмен. Ладно, давайте сначала зайдем в магазинчик и посмотрим. У него получается, что что-нибудь есть. У него есть один таблкоин буст и один супер лаг буст. Получается, квестики он начинал проходить, но не допроходил, как я понял, да. Он, получается, тут не допроходил. И получается, что больше вроде ничего тут у него нету. Давайте зайдем самое интересное. Именно в инвентарь аккаунта за 2500 рублей. Смотрим. И сразу видим 2 апгрейда Титана Клокмена и Секрет Агента. Также Титан Эхиамен и Титан Кловермен. Офигеть, у него тут еще кучу эксклюзивочек, кучу мификов и легендарочки. Это очень круто. Вот этот Секрет Агент — это самый дорогой юнит в игре Skibidi Tower Defense. И всего 100 в мире. И он стоит около 2000.
тысяч рублей. И это уже почти стоит весь этот аккаунт. Считаю то, что еще два апгрейдинг Кукмена, это уже как минимум по рублей 800. Потом Титан Хеллмен, это рублей 500. И еще Титан Кловермен, который тоже очень дорогой, их всего 216 мира. И это тоже около 1000 рублей. И это уже выходит то, что на этом аккаунте находится более 5000 рублей. Ребят, я в шоке. Это аккаунт очень-очень крутой. Тут у нас два апгрейдинга Кукмена. Секрет Агент, Титан Хеллмен, Титан Кловермен, Джетпак Мен, получается Бимми Блок, Спайдер ТВ, Меркинер Камерамен, Дабум, Дигита и Гем Камерамен, еще Меркинер Камерамен, и из дорогих юнитов у него именно мификов, это два Сонер Вумен, Лаки ТВ Вумен, получается что-то еще получается дорогое, это Роботик, вот это дорогой достаточно, и вроде бы больше ничего из дорогого прям у него нету, это прям реально очень крутой аккаунт, так что давайте все, добивайте 1500 лайков, я повторюсь, что разыграю все эти аккаунты из этого видео. Ну, ладно, в принципе, этот аккаунт, это, конечно, очень крутой, эти очень крутые юниты, которые стоят на более сумму 5000 рублей. Я реально в шоке, то, что на этом аккаунте было прям очень всего много. Но мы уже передвигаемся на аккаунт, который стоит 5000 рублей. Ну и вот я уже нахожусь на аккаунте за 5000 рублей. И у него тут вот такой вот очень-очень красивый скин, но также 4 робукса. Давайте сделаем его инвентарь и посмотрим, что у него есть из футболочек и так далее. Так, из футболочек смотрим. У него есть, получается, немного футболочек, у него есть такая вот и такая вот. Так, получается, из штанов у него есть, получается, тоже очень мало разных штанов. Ну, а из аксессуарчиков, что у него есть, получается, из аксессуарчиков у него тоже почти ничего нет. У него только есть такой-то вот такой вот есть у него. Офигеть, понятно, какая-то голова. Ладно, давай тоже перейдемте в Skibidi Tower Defense. Так, ну и вот я уже и нахожусь в Skibidi Tower Defense. У него тут вообще ничего не одето. Офигеть, как так он сделал, я не знаю. У него, получается, тут есть, смотрим, 197 гемчиков, 544 монетки. Ну, а из бустов у него интересно, что есть из бустов, у него есть, получается, 56 супер лаки бустов и 90 дабл коин с бустов. Это очень-очень много. Получается, из геймпастиков у него ничего не куплено, а из квестиков, он что-нибудь выполнял, не выполнял, давайте сейчас посмотрим. Получается, квестики это вот здесь вот. Из квестиков он тут выполнял, вот это у него выполнено даже, получается, и вот это два выполнено. Так, это очень круто. Ну и получается, вроде больше у него тут ничего нету. Так что давайте перейдем тогда к самому интересному, а именно это к инвентарю аккаунта за 5000 рублей. Мы заходим, видим тут 4 секрета агента, 2 титана Кловермена, 3 апгрейда титана Клокмена, 3 титана, титан Ахиамена и кучу-кучу дорогих мификов. Титан Рипер, 4 Сонар Вумен, Эвил Флеймзовер, Роботик Цепен, Титан Спикермен. И я даже не видел, что тут еще есть гем Титан Камерамен. Ребят, офигеть. Это очень дорогой аккаунт. Я просто смотрю, и я в шоке, насколько же это дорогой аккаунт. Один секрет, я же понимаю, стоит около 2000 рублей, а их тут 4. Это уже выходит 8000 рублей. Один, еще 3 обратно Клокмена, каждый по 1000 рублей, это 11 тысяч рублей. Титан Клокмен это уже 13000 рублей. Титан Хеллмен это уже 14000 рублей. Третитан это где-то уже 13500, потому что он стоит 500 рублей. Ну и все эти мифики выходят где-то на 1500 рублей. Это будет 1500 рублей. И гем Титан это у нас уже будет в итоге где-то 17000 рублей. Ребятки, я в шоке. Если не просчитался, то это аккаунт стоит более 15000 рублей. Ну это аккаунт стоит более 10000 рублей, это точно, но возможно даже и больше. И ребят, это очень-очень крутой аккаунт. Так что давайте 1500 лайков, и я его разыгрываю для вас. Все зависит только от вас. Возможно, все эти юниты достанутся кому-то из вас. Ну и все, в принципе, давайте я уже перейду на свой основной аккаунт. Ну и, ребят, спасибо всем большое, кто за меня до конца. Надеюсь, эти аккаунты вам очень сильно понравились, потому что я на них потратил очень-очень много денег. Ну хотя ушел в большой-большой плюс. Так что поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет очень-очень сильно приятно. С вами был я, Кози, всем удачи и всем пока-пока.